Мне много связано с Николаем Водником. Он мне много в жизни помог. Поэтому я очень ему благодарна. Я ничего не буду просить. Я только помолюсь и поблагодарю его. Впервые за 930 лет такое замечательное, знаменательное событие. Мы очень радуемся, естественно. Очень много просьб и пожеланий, касаемо и личных. И, конечно же, очень хочется и за страну попросить, чтобы было и мир, и процветание, и все было замечательно. Пришел помолиться к мощам, попросить у святого Николая здоровья всем. И чтобы в мире было, мир был и на Украине, и везде.